В Москве прошла встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Лидеры страны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений и стратегического сотрудничества. Владимир Путин отметил высокие темпы развития торгово-экономических связей России и Белоруссии. На данный момент объем товарооборота между странами составляет 46,5 миллиардов долларов. Кроме того, наша страна занимает первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику. Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь вот в последние год-полтора занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, авиапромышленности. После беседы в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца глава нашего государства вручил Александру Лукашенко высшую государственную награду Российской Федерации – орден апостола Андрея Первозванного. Лидер Белоруссии был награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между странами, укреплении дружественных связей между российскими и белорусскими народами, а также за значительный личный вклад в эффективную деятельность союзного государства. Орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего государственного совета Союзного государства.